товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации, Военно-морской флот России к проведению главного военно-морского парада готов. Главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Моисеев. Осуществляется строительство еще двух модернизированных подводных крейсеров стратегического назначения «Князь Потемкин» и «Дмитрий Донской». Продолжается серийное производство модернизированных многоцелевых атомных подводных лодок «Владивосток», «Воронеж», «Ульяновск», «Берг». Спущен на воду и в ближайшее время войдет в состав военно-морского флота крейсер «Архангельск». За прошедшие 12 месяцев военно-морские флаги подняты на фрегате «Адмирал Головко» и корвете «Реск», на больших подводных лодках «Кронштадт» и «Можайск», на малом ракетном корабле «Наро-Фоминск» и морском тральщике «Лев Чернавин».